Так, какая красота, да? И что ж, у нас сегодня очередное видео, которое само по себе просит, чтобы его назвали «Старое старье FM». Да? Как это мило. Какие были времена. Начало нулевых, 90-е. Ну и попозже нулевые, там где-то. Ведь я некоторые видел сегодня впервые, даже не знал, что вот такое существует. Блокировка и включение-выключение. На батареечках. Две мизинчиковых, как правило. Трехвольтовки все. Вот это мне нравится. Он такой какой-то радостный такой. Полно их раньше продавалось везде. Вот. Кстати, вот этих, сейчас мы его тоже до него, ну давайте уж сразу. Я на Авито даже не видел. Вот это что-то встречалось. То есть все это уже много и уходит. Блин, да, классно. И эти уже, видите, с дисплейчиком. Это тоже с дисплейчиком. Но у меня был такой же еще MP3. До MP3 мы сейчас доберемся. Покажу свой, который я когда-то покупал в Евросети. В 2000, по-моему, 2006 или 2007 году. Второго такого уже найти сложно. Ну, есть, конечно. Все рабочие. Это я сегодня ходил по ремонту платы предыдущего видео. Вот. И ребята мне там любезно подарили. Вот. Старое старье. Это еще с фонариком? Да, по-моему. Да, с фонариком. Вот, по-моему, фонарик включается. Скан. Что, прикольные вещи. О, этот с подвесом еще. Вот такой красавец тоже. Наверное, вот так, да? Без фонарика. С фонариком тоже. Они многие были с фонариками. Вот включается фонарик. Громкость, наушнички, кстати, качество изготовления очень даже неплохое, думается, что сейчас намного качество хуже, ведь тогда это еще не Китай, да, это Европа, вот, европейские очень многие были. Вот это мне нравится. Что-то есть в нем такое. Старое старье. Как это мило. Типа мои. Нокии, блин. Работяги мои. Которые с тех же годов. 2007 года. Вот я их как купил. Да, анахронизм. Так, что у нас там еще есть? Да, вот такой. Вот такие я видел. На Авито стоят. Тоже с фонариком. А что, очень удобно. Вот. То есть подсветить. Ключи там. Или так просто. Поиск. Громкость. Тоже очень практично. Все под рукой.
Вот, ну и этот такой мне тоже почему-то нравится. Такой прикольный, веселый такой, да? С солнышком. Бронза. Маркировочки посмотреть поточнее бы. Ну, европейские тогда, ну, Китай был, конечно, но не настолько. Даже вот и по качеству видно, что совсем другое качество. Да. Да. Так, ну, а этот вот мой рабочий MP3 плеер с приемником тех же годов, про которые я говорил. Вот. Тоже Европа, европейский, не Китай. Вот, они такие были на 512 мегабайт. Вот, и на гигабайтовые памяти, я имею в виду. Вот. Приемник очень неплохой. Ну, попадали разные. Тут вообще одна мизинчиковая, то есть 1.5 вольта. От 1.5 вольта вообще работает. Очень экономно. Вот, вот мой рабочий всегда в сумке лежит. Так что я считаю, что, ну да, можно сказать, что сейчас в любом смартфоне приемник и все такое. Смартфон есть смартфон. Тыркаться там и все такое. А здесь отдельная, так сказать, система всегда под руками. Достал, чтобы новости послушать или чего. Ловит неплохо. То есть самые основные новости всегда. Музончик какой-нибудь. Так что думаю, что вот этого веселого Роджера вот мы заберем. Еще на сумку положим. Вон, пусть рюкзаки лежит у меня. Вот, еще дома протестирую. Вот. А это вот мой рабочий, да. Это гигабайтовый. У меня еще есть 512. Вот. В принципе, хватает на все. Здесь вообще... Все элементарно просто. Батарейка села, наверное. Да, батарейка села. Ну, побывали в конце 90-х, в начале нулевых. И позже, кстати. И еще добавить тому, что люди все равно, я смотрю, вот, на Авито все равно скупают. То, что было, гребут, скупают. Вот. Что? Кому-то напомнит их молодость. Может быть, вообще кто-то даже не знал, что такие приемнички существуют. А это именно чисто приемники фонарей. Но не все. Здесь вот это чистый приемник. Переключение даже тут, смотри. То есть полноценный такой девайсик прям. Прикольно, прикольно. Вот. Вот такое у нас старое старье. Приемники FM. Всем пока.